В продолжении темы сотрудники госавтоинспекции разыскивают очевидцев еще одного факта наезда на пешехода. 15 сентября около 19:30 неустановленный водитель по адресу улица Сосновая в районе дома номер 2 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и с места происшествия скрылся. Кстати, происшествия пешеходу были причинены телесные повреждения, по факту которых он был доставлен в больницу. Граждан, располагающих какую-либо информацию о данном происшествии, просят сообщать по телефонам 68 40 84 и 68 44 44.